Каждый из вас – это тот человек, который несет добро, счастье и большой вклад в продолжение вообще всей жизни нашей страны. 18 июня профессиональный праздник отметили медицинские работники. В Копейске торжественный концерт прошел в Доме культуры имени Кирова. Зал собрал сотрудников всех лечебных учреждений города. Опыт работы некоторых из них насчитывает не одно десятилетие. Мария Степановна работает педиатром уже более 30 лет. Мне всегда нравилось работать с детьми, потому что дети, мне кажется, они более благодарны, более отзывчивы. И потом какой-то получаешь, не знаю, энергию, что ли, от общения с детьми. Конечно, есть свои сложности, потому что ведь и ребенок, и еще мама. Нужно найти контакт с ребенком, с мамой. Но, тем не менее, я своей работой довольна и считаю, что я на своем месте. В медицине надолго остаются только те, кто действительно любит свою работу. Так считает Ольга Сидоровская. Уже 27 лет она работает медсестрой в туберкулезной больнице номер 1. Я люблю работу, в общем-то. А за что, очень сложно сказать, за что можно любить свою работу. То есть у нас на работе все работают очень подолгу. Так как я работаю в туберкулезной больнице, люди, которые не любят медицину, они просто там не выдержат. И у нас работают все по призванию. Копейские медицинские работники не только хорошо лечат, но и отлично выступают на сцене. Свои таланты специалисты показали на городском фестивале «Целебная песня года». 8 команд от разных медицинских учреждений города показали режиссерские способности и актерское мастерство. Каждая группа представила свою интерпретацию советских и российских хитов. Кукла, 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 кукла. Ну, это, в общем так, рождение нашего коллектива. То есть нам предоставили материал, и уже отсюда мы, в общем-то, что-то и придумывали. Придумывали выход каждый, придумали костюмы свои, образ свой. За решением мероприятия на сцене Дома культуры собрались ветераны медицины и те, кто стали врачами совсем недавно. Своим учителям и наставникам молодые специалисты дали клятву стать достойной сменой. Мы от всей души поздравляем вас сегодня с праздником. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и личного счастья. Мы обещаем, мы вас не подведем.